Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. У меня снова скопилось немного видео для небольшого ролика. И вот теперь занимаюсь самым тяжелым. Пытаюсь озвучить первую минуту вообще, про что будет ролик. Ребят, честное слово, ролик будет про то же самое. Про нашу жизнь в СНТ-Буран Красногорского района Московской области. Так что ничего нового-то я показывать и не буду. Просто хочется, чтобы после просмотра этого ролика ваше настроение стало немного получше. Вот это самое главное. Ой, ребят, спасибо, что вы нас смотрите, топите в лайках, комментируйте. Извините, что я не всегда отвечаю, потому что физически не успеваю. Что еще сказать? Да не буду я ничего говорить, давайте-ка сейчас вместе и посмотрим этот ролик. Давайте. Дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шунька. Что? Шуня! Чего хочешь-то? Ну говори, нормально говори, чего? Шуня! Чесать? Ну сейчас. Сейчас. Что? Ну? Здесь чесать? Ну давай. Шунь. Помогай, уж Ларочки-то. Давай. Вытаскивай. Давай, хорошо. Еще давай. Дюш. А вон еще Дюша. Еще. Давай, 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 Дюш. Доставай. Ну, давай. Давай, хорошо. Это чего такое? Это ребра копченые. О, ну Дюша, ты молодец. Зайка. Ну, давай еще чуть-чуть. Хлеб. Хватит, хватит. Все. Вот хрюни. Сальца. Может, можно, конечно. Что? Не знаю. Огурчиков соленых. Ух, юб. Ух, юб. Ой, а что это такое-то? Это... А зачем ты ему отдал? Дюша! Дюша, зачем ты семечки? Вот... Ларочке отдай! Куда? Я давно хотел здесь, Дюша, все пропылесосить. Делаешь, а? Ну, собирай тебе семечки. А как он соберет тут? Ну, помощничек. Ну давай это тоже еще неси. Дюш, ну вот эту веревочку хватай. Неси, Ларочка. Смотри, сейчас будет, ой, Юр. Ну зачем? Ну это, ну а что ради известности не сделаешь? Мамочки родные. Ну что, я давно хотел пропылесосить.
Ну, Дюша. Дюша, принеси, Дюша, неси там на тумбочке. Не-не-не, Дюш, на тумбочке там. Ну-ну-ну, давай-давай, ищи. Молодец. Дюш, на тумбочке. Хрюня! Не, Дюша. Сходи, Дюша, сходи. Принеси. В доме там на тумбочке. Где тумбочка? Ну неси, Дюш. Неси на тумбочке там. Неси, зайка, неси. Вот ты молодец. Пошли. Шунь. Ты, Дюшка. Шуня. Шунь, ты чего? Нет, у него такой, знаешь, что трубный. Это ты или он? Это я. Я показываю так. Ну. Да? Ну иди сюда. Как у тебя походнее было? А сейчас после лапы это вообще просто. Чего хотят-то? Я не знаю. Хлеб, наверное. Собирайтесь. А может быть, зрелище. Ты если пойдешь, одень на него бабочку. Вдруг какой-нибудь запоздалый грибник. Испугается. А помнишь, Шунька с нами еще ходил в лес? Ну, он как-то недалеко. Угу. В основном эти ходили. Коти со Скотти. Да. Эти так вообще, помнишь, искали мелкого? Многострадальный кот.
Ларисик, у меня сердце кровью обливается. Ты тачку такую здоровую везешь. Она не тяжелая. А все равно мне сердце. Не проходит как-то. На. Да. Пошли. Ты ему бантик-то возьмешь? А, давай, виноград. Пошли, посмотрим. О, сейчас пойдем. Да, одевай. Душ. Сиди. Блин. Ну подожди, да что ж такое-то, а? Там малина поспела. Пойдем, сходим. Это крупная. Ну да. Дюш, иди сюда. Тут малину едят. Ой. Нет, это нет. Дюш. Вон, иди, он тебе, Ларочка, чем-нибудь накормит. А вон, смотри, видишь, какая малина. Угу. На, попробуй. Малина. Не, хорошая. Вон, Шунька вопит. Не пойдем к тебе. Шунечка! Надо посмотреть, нет? Не-а. Ну как? Да еще никак. Кислый? Не, сладкий. Присоединяйся, Дюш. Вот, на. Ну скажи, он принесет какую-нибудь ведерко, что ли. Иди, иди, Сларочка. Ну все, все-таки решили сходить. Ну дай мне шапку для, для красоты и сними, а то я забуду. Ну, как снять-то? Уже все включено, только ты на меня... Угу. А, ну они уже такие. Ну, да. Ну, я тебе говорю. Угу. Просто с пустыми руками не хотелось. Понятно. Ну все, уже все работает. Thank you.
держи, иди сюда. Тут у меня вот глаз вот тут. Иди сюда, не трону.